Здравствуйте, с вами Олегыч, и вы на канале Олегыч Геймс. Мы продолжаем игру Alan Wake. Так, идти в дом нам нужно, без проблем. Бежать мы не можем, но идти можем. Блять, какие-то вороны здесь. Что там, подруга, ты идешь? Идти. Так, в дом. И она хотела, чтобы я зажег там свет, а то и страшно. В принципе, еще светло. Так что, давайте тут все осмотрим. А вдруг сейчас найдем кофе? Еще одно кофе. Так. Вроде бы тут аж ничего такого интересного я не вижу. Так. Но я считаю, что осмотреться стоит. И здесь, кстати, очень красиво. Реально очень красиво. Офигенно. Так, есть какой-то сарайчик. Можно его навестить, посмотреть, что там. Если он откроется. Ага. Ага, понятно. Все, запустили. Ух, какой он, блядь. Боже, древний. Я херею, блядь. Так, ну хоть топливные баки, надеюсь, полные. А не. Если легко так можно их двинуть, значит, ни хера они не полные. Ну, будем надеяться, надолго хватит этот моторчик. Хорошо. Да, можно. It was a beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. Я тоже хотел такое домище себе, блин, ездил бы каждый год отдыхал. I thought we could be happy here. Так, вернуться к Элис. Когда на экране появляется точка фокуса, вы можете с ее помощью фокусировать обзор на интересных событиях. Ага. Alice had told me about Calden Lake Lodge. The old building used to be a hotel, but these days it was no longer open to the public. Ага, я понял. Я знаю, что можно фокусироваться. Мы уже еще в первом видео это делали, фокусировку. Первая, по-моему, была на этом чуваке, который был в черном там с топором. На нем можно было фокус ставить, он там что-то рассказывал. Свет-то как-то интересно горит, честно говоря, в доме. О, здесь выход есть даже на лодочную шняжку. Понял. Так. О, ветра нету, иначе бы оно там колоколило. Это подвесная феншуйская херня. Ага. Это с той стороны дома можно выйти на тот причал. Я думал посмотреть. Чё там? Ну хорошо, заходим там в эту хату, посмотрим, что внутри, какой интерьер. Так, о, сама открылась. Так, хорошо. Вроде ничего так. Алис? Ой, тут есть Аня? даже качалка эта, бля, детская. Кто-то рыбу ловил, огонь не горит. В принципе, может и не холодно. Чё это такое? A shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. I'd never heard of him before. А что, ты всех знаешь писателей, что ли, что ты должен был слышать? Так, тут ничего. Давайте тут внимательно все посмотрим. Так, тут тоже ничего. Надо ее найти. Ага, дверь открыта. Может, она на причал вышла? Ага, вот кофеечек. Так, тут вроде больше ничего интересного. Закрыто. Закрыто. Есть сюрприз, да? А я хочу глянуть, что тут. Ага, он не сказал, кто мы, да? А, отлично, уже все знают. Sure, he's glad to be here too. Well, folks,
Так, немного музыки, хорошо, пускай там себе дрынчит. Так. Ну что ж, смотрите, как тут симпатично. Боже мой. Я могу наслаждаться. Он же писатель, ему надо все описывать, я понимаю. Каждый момент волнения, он уже так с точки зрения, как творческий человек, начинает чесать. Загадочно. Тем более он писатель и ужастиков, триллеров, он должен так именно в таких тонах все описывать. Ну, пускай. Это, кстати, придает какой-то свой шарм этому всему. Так, давайте быстренько заходим домой. Я не знаю, что там брынчит на том радио, но нам надо наверх. Капушка. Я иду, подожди. Опа, она штанцы сняла. А тут что у нас? Печатная машинка, что, слепой? I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past. Damn, Alice, you... Everyone keeps... Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Вот so так вот. You want to get me committed? No, it's not like что that. Такой злой? That's not... Alan? Alan? I don't, just don't. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Там кто-то был. Блин, ты слепой, чувиха в одних трусах и футболке. I needed some time alone to think things through. Что случилось? Че, упал там уже на ровном месте? Тебе как лучше, хотя ты, блин, ходишь тут, быкуешь. О, фонарик. И что, мне куда-то надо идти? Я хочу обратно домой. Пока ты тут, блядь, сидел и сопли жевал. Иду. О, у нас 5 батареек есть, нихера. Сука, и грёбаные птицы. Блять, ее забрала тьма. Походу, ее вообще на лодке могли увезти, не? Но я сомневаюсь, конечно. Ой, блин. Блять, фонарик жопа, я так понял уже. Че, может, мы еще под водой будем плавать? Короче, в игре такой, блядь, форшмак происходит, я смотрю. Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Так, за помощью пешком. Ну, то понятно. Так, ну что ж. Чувак, соберись. Что там есть? Это та, за которого она говорила. Так, давайте смотримся тут. Тоже все симпатично, боже, так классно посмотреть на эту всю красоту, честно вам скажу. Я реально получаю дохера наслаждения от этого геймплея. Так, опа, сорванные проводищи. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. А вон, машина какая-то поехала. Добраться до бензоколонки. У нас, кстати, нихера нету, ни фонарика. То нам дают фонарик, то забирают, блядь. Я херею просто с этого всего. Ага. Все, машина пошла по пизде. Простите за выражение. Так, ну и так была хана, в принципе. Так что грех жаловаться. Давайте дальше тут побродим чуть-чуть. Ну, пока все спокойно, не знаю.
Я смотрю, нам есть кусочек до этой бензоколонки нормально сыпать. Так, можно даже ускоряться. О, опять этот свет, который тогда был во сне у нас. Сейчас он нам что-то опять расскажет. Опа, страницы твоей книжки? Или что это? А нет, какое-то письмо. The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. Ага, вот оно что. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Очень хорошо. F5? Это что такое? Ух ты! Титульная страница рукописи. Ага. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out. Так, человек повернулся ко мне, лица его скрывали тени, и во мраке окружающего нас леса его почти не было видно, в отличие от запачканного кровью топора, занесенного для удара. Человек безумно ухмыльнулся, тени казались живыми и искажали его лицо. То была сцена из кошмарного сна, вот только я не спал. Ну что ж, будем собирать этот его супер рассказ. Так, спасибо, что мы можем просмотреть их. Так, окей. Давайте дальше. Наше путешествие продолжается. Так, а что у нас тут? Какие-то шматья деревьев. Ну, можно, в принципе, идти по тропинке и не париться. Это тот мужик с топором, я так подумываю, что это он. Так, нам бы какой-то хоть фонарик бы найти или что-то в этом роде. Я думаю, что пока что у нас не должны быть нападения. В принципе, шифтом я могу уворачиваться. Ну, посмотрим сейчас. Так, а где эта бензоколонка-то? Ага, до бензоколонки еще есть куда идти. Понял, сейчас. Найти помощь. Я очень сомневаюсь, что здесь мы ее найдем. Так, ага, дерево тут проломило забор. Может, каску одеть? Хоть что-то здесь. Так, кстати, довольно интересная здесь территория. Нихерища здесь нет. А здесь какая-то лесопилка, мне кажется, все-таки. Так, тут ничего. Ну все, пошел. Чувак. Оп-оп-оп-оп. А вон кто-то есть там. Может, мы здесь какой-то топор найдем сами? Premium cabins for rent in Nightfall. Oh hell, Carl Stucky. Pleased to meet you. Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. Сумасшедший, блять, хрен. And square. Теперь что он на нас тут собирается нападать? О! Так, да. Рукопись, вот, можно так. Так, что там дальше было? Одержимый стоял передо мной, на нем невозможно было сосредоточить внимание, словно он находился в слепой зоне, разросшейся от множественных повреждений головного мозга. Из него сочились тени, расползалось, как чернильные пятна в воде, как облако крови от укуса акулы. Меня охватил ужас, я сжал фонарик так сильно, как будто от этого зависела моя жизнь, всей душой желая, чтобы он не дал твари подойти ближе. Вдруг что-то произошло, и свет как будто стал ярче. Понятно. Да фонарика-то у нас нету, о котором говорится в рукописи. Зато кофе можно вон взять. Я херею, блядь. Кофе валяется, пофиг. Так, может, где-то мы фонарь тут завтыкали? Вот что за чувак там лежит?
Непонятно здесь нихера. Но тут что-то нехорошее происходит, как по мне. Чую, тут помощь мы не найдем, блин, найти помощь. Это дерьмовое задание. О, блядь! Сука. Чуть не пересрал тут, малёха. Ага. Бегает, блядь, прыгает, как Тарзан, блядь. Так, надо все смотреть. Здесь могут еще части рукописи быть. Не хочу пропустить. О-о-о. Где ты нахер? Ты смотри на этого дикаря. Так, я тут должен что-то найти в этом доме. Any second now, and Stucky would be knocking on the door with his axe, like Nicholson in The Shining. О, револьвер, отлично. И фонарь, блять, это просто идеально. Ща я его загашу. Ща ты, блять, охереешь у меня. Что тут есть еще? Это что такое? О, батареечки. 6 батареек, это просто сказка. Так, есть какая-то курточка. Можно было бы нацепить ее, будет прохладно сейчас, в принципе. I wasn't about to open the door, as long as I was liable to catch an axe with my forehead. It's the latest thing. Incontestably proven. Так, это что такое? Патроны. Так, у нас перезаряжено полностью все. Yes. Ага, все, линию уже завалили. Ой, блядь. Воу, ты что, чувак? Сумасшедший, блядь. Сукин ты сын, блядь. Ты куда собрался? My head pounded with a concussion. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies. Патронов, кстати, у меня в револьвере маловато. Так, давайте тут все осмотрим. Так, там еще какая-то херотень есть. Что это такое? Ага. О. Какие-то стрелки. А, это она нам показывала, где ракетница. Я понял. Нет, это мы уже нашли. Спасибо. Так. Давайте еще посмотрим тут внимательно. Я ничего не пропустил. Взял, снес домище, блядь. Я херею с этого сумасшедшего. Так, хорошо. Ракетница у нас сколько зарядов? Один, да? И один в запасе, или мне кажется. Ну, в любом случае, один есть. О, а тут что-то еще есть. И что это? Не знаю, зачем я пнул. Может, не надо было? The Dark Forest was the last place I wanted to go. But I had no choice. I had to get to the gas station. Да не бзди, бля. Все будет окей. Тут опыта нету. Очки каких-то умений распределять не надо, так что нам нехер париться. Ой, тут есть какая-то херотень. О! Отлично, давайте посмотрим, что у нас там. Ох,
Роуз знала, что слишком заговорилась, но ей было плевать. Она была твердо убеждена, что краткая встреча с Аланом Уэйком была лучшим, что с ней когда-либо случилось. Она смотрела, как он садится в машину вместе с женой, какая она красивая, уверенная, как легко, в отличие от Роуз, держится с Уэйком. Они были идеальной парой, она душу отдала, лишь бы называться их другом. Да, блядь, еще та девуля, блядь. Завистливая коза. Так, ух, я бы сел на этот трактор и как помчался бы, как сумасшедший. Блядь, жалко, нельзя. А, жалко. Смотрите, еще такой старинный, блин. Да тут можно давить было бы этих насекомых. Без этого даже фонарика. Аж сюда трактор доехал. Красавчик. Я бы мог и в трактор залезть, в принципе. Или он уже его... А, он гусеницу ему захреначил. Так, главное на этот провод не попасть, а то еще шерданет меня. Так. Контрольная точка достигнута. Ой, что это за шерудело? Опа. Помним эту подругу. Так, не надо меня пугать. Я не из пугливых, блин. Так, вода где-то поблизости, понятно. When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Да, смотреть не хотелось. Ну и хер с ним. Можно и не смотреть. А вот осмотреться надо. Что это там такое мигает? А, это просто я на ствол наводил. Ну что-то здесь да может быть, правильно? Можно какую-то нычку сделать было. О, кофе. Это очень важно. Кстати, можно было бы сейчас кофеечек хрепануть, было бы неплохо. Так, нам сюда, да? Так, вроде тут аж такого больше ничего интересного. Так, вроде я правильно иду, не? Блять, а тут 100 дорог. А что, не воды боятся что-то, я не понял. Тут какая-то серотень есть. О, отлично, еще часть рукописи. Давайте глянем. Так. Так, Барри Уиллер не находил в себе места, отчаявшись дозвониться Алану и Элис, он бросился к аэропорту. Угу, может, конечно, они устроили себе второй медовый месяц, но Барри в этом не верилось. Ал в последнее время был весь на взводе, издерган, плохо спал, не до любви ему было. Барри знал Алана Уэйка уже многие годы, и теперь он утром чувствовал, что-то случилось. Да, да, ты прав, Барри. Так и есть. Что-то, блядь, случилось дерьмовое, однако. И там какие-то чуваки меня ждут. О, ты давай кончай там боком ходить. Пугаешь меня. Ну что ж, ребятушки, я иду. Давайте вылазьте. По одному, конечно же, желательно. Так, здесь кто-то был. Куда он делся? Они как ниндзя тут прямо в этих джунглях прячутся. Так, вроде все тут... Чисто и спокойно, ничего нету, да? А тут что-то могло быть. А ну-ка, тихо-тихо-тихо. О! Литиевые батареи, нихера себе, бля. Вот это запас у меня. А тут что, больше 10 нельзя? А, патроны для револьвера. 30. Вот это я люблю. Так, давайте тут посмотрим, что у нас. Хорошо, что когда они появляются, они начинают там что-то чесать. Мы сразу понимаем, что они... На нас сейчас будут нападать. Так, хорошо. Странно, никого нету. Там кто-то был, и куда они делись? Ты ж... Пошел ты нахер, блядь. Чепушило. Так, тут ничего. Так, что у нас тут? Бочки опять какие-то. Будем прыгать. А, не, он залазить может. Нихера себе, ты просто красавчик.
Так, это что тут? За херотень. Ага, она держит тут столбы. Так, нам вперед идти, да, надо? Давайте тут все смотрим, чтобы ничего не пропустить. Там что-то пишут нам, да? Короче, тут типа что-то делают. Не шастать. Так, там я не вижу ничего интересного вроде бы. Да, нихера интересного. Давайте быстренько бежим, посмотрим. Нам в другую сторону, но я хочу просто осмотреться здесь. О, блядь, можно наверх залезть. Давайте. Там что-то должно быть. 100%. Кстати, я читал, что многие говорили, что на джойстике было классно играть. Да я, в принципе, на клавиатуре охеренно играю. Так что не знаю, блин. Вполне нормально все тут получается. Как по мне, грех жаловаться на клаву. Так, забаррикадировались. Давайте искать, как сюда залезть. О! А здесь что-то должно быть по-любому. Какая-то нычечка. Ага, вот она. Что там? Литиевая батарея. 14. А это? Ух, отлично. Так, больше тут нихера нету? Больше вроде нихера. Можно сваливать отсюда. Так. Так, до конца сейчас все смотрим. Хорошо, хоть жизнь не теряется при падении. А то в Dragon Age там, блядь, с какой-то высоты падаешь сразу. Минус 32 жизни. Оно, конечно, несущественно, но все равно. Ну, в принципе, это более к реализму. Упал с высоты, типа там, блядь, забился чуть. Ух ты, это что такое? Жалко, нельзя залезть в машину. Сейчас кто-то появится, я думаю, если мы нычки были. Кто-то же должен нас наказать за то, что мы туда пошли, нет? Нет, не хотят. Сучки драные. Так, 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 что тут у нас? Так, тут ни хрена нету. Да, сейчас найдем, блядь. А что, нельзя запрыгнуть туда, подтянуться? Ты уже такой слабак прям. Можно подумать. Че за хрень? О! Блин, да мы тут нормально... 20 батареек. Да я могу сейчас тут все, что не хочешь, порвать. Так, вот тут подпрыгиваешь и все. Ой, блядь, другой способ наверх. Это что такое? There was no power. There was bound to be a generator somewhere. Ага, если мы включим, тут что-то может появиться. Хорошо. Так, но нас никто не нападает. Меня это очень настораживает, кстати. Так. Вот, что-то есть. Вот и генератор. Пошли нахер. Блять, патронов больше нет. Ну их реально было трое, я думаю. Надо было их валить по-любому так. Опа, ага, ну сейчас мы это активируем. Давайте глянем, что в домище есть. Да я уже слышал, что ты там хочешь добраться до вершины. Кончай уже этот трендёж свой. Рукописи, дрёна вошь. Ой, как атаковали птицы. Сначала я услышал, а потом увидел, как они с визгом пикируют на меня. Настигнутые облаком, я завертелся на месте Зигмунда. Я смотрел в сотню мертвых глаз, блестящих в темноте, как черные жемчужины. Я поднял фонарик, и стая взорвалась, подобно фейерверку. Перья горели и превращались в пепел. За их криками я не слышал своего. Да, что-то мы где-то одну страницу завтыкали. Или, может, мы еще найдем, я не знаю. Так, давайте тут осмотрим все. Это что такое? Ой-ой-ой, взять дробовик. Вот это я понимаю. О, мама. Не, давайте пока его не трогать. Патронов мало. Жалко. Можно пока пистолетом. Блин, я уже как-то даже возмужал. Так, отлично. Ага, это заработало. Хорошо. Так.
Добраться до верхнего прохода. Сейчас доберемся. Я только смотрю здесь. Стрелок желтых я, конечно, не вижу, но... А вдруг здесь что-то есть? Вон там что-то... А, кофе впереди, господи. Несчастье-то какое. Ну, кофеечек тоже нормально, прохладненько. Хрепанули, чтобы не заснуть на ходу. Так, все, мы тут все бегали. Давайте включим сейчас электричество это здесь. Или что это за кнопка там? Ага. А что это такое вообще? А я не вижу, что это что-то перемещает. Ага, вижу теперь. И что теперь? Ага, я понял. Так, вот он. Ага, все, все. Все, я вижу, как туда добраться. Понятненько. Так. Может, тут что-то еще и найдем интересное? Нет, здесь ничего интересного нет. Оп, вот это ты прыгаешь нехило, чувак. Красавчик. Так. Добрался я. Там какая-то херотень есть. Давайте посмотрим, что тут. Хм, здесь нихера. Что-то я думал, что здесь что-то будет. Так, тут какое-то домище есть. А в домище что-то мигает. Так, это что? О, патроны для дробовика. Отлично. Сколько у нас? 6. Хорошо. Что там за радио? Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. The weather is absolutely still. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. As you listeners know, I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. Makes an old man like me wish I could just roam wild. But here I am, and it would keep you company all night long if I weren't. Yeah, it looks like I'm not the only one staying up late. Что-то там будет рассказывать? Hey, Pat, it's Maurice Horton. Hello, Maurice. What are you up to? Well, I was just taking Toby on his walking. Oh, isn't it beautiful out there? Probably a rabbit. Sure. Toby loves rabbits. Well, sure. Anyway, I figured that, you know, if anyone runs into Toby, they could grab him. My number's on his collar. And Toby's a friendly dog? Toby loves people. Usually he comes back, but when we were pretty far from home, and it sounds like he went pretty wild there. Great dog, but he's just too dumb for his own good. Well, Maurice, it's out there now. Hope Toby comes home soon. Угу, понятно. Так, хорошо. О, есть какой-то ориентир нам здесь. Хорошо, сейчас что-то найдем. Так, что там? Ага, вижу. Для ракетницы, я надеюсь. Есть. Так, все, здесь больше вроде ничего такого интересного. Так, давайте глянем, что здесь дальше. Ага, еще что-то может быть, нет? Нет. О, еще одна страничка. Так, давайте посмотрим, что там. Ага,
Уэйк находит страницы. Вначале я находил страницы одну за другой, словно по воле случая. Книга, которую я не мог вспомнить, была то ли ужасным и правдивым пророчеством, то ли актом творения, который заново переписал мир. Я начал охотиться за страницами, охотиться лихорадочно, потому что в них содержалась разгадка тайн. Заполучив эту разгадку, я мог спастись и спасти Элис. Понятно. Так. Хорошо, давайте, наверное, уже в следующем видео продолжим. С вами был Олегыч, это канал Олегыч Геймс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи.